раз-два, дикий-дикий финал G2 Na'Vi стартует. Всем удачи и хорошего настроения. Мора, но, видимо, щипчики решил засейвить. И флешечку. Да. Ну что же, отличный пистолетный раунд. Видели идею от команды G2. Пытались они как раз люркера команды Na'Vi задавить с двух сторон. Центр плюс поджим с Б-планта. Но ничего этого не получилось. Это спауни. Против него бит на центре. Опрокинул стандартный смок. Проверяет подсадочку. Ника при этом играет на ближнем ящике. Ника падает. Это дорога к выходу на точку Б. При этом есть игрок в Т-шке. Электроник забирает Джекса. Хантер остается последним на Б за высоким ящиком. Его можно сплетануть. При этом Некса забирает Симпла. Падает перфекта. Электроник вышел на Б. Есть бомба в руках. 1-1 против Амане. При этом у Электроника 7%. Ну что, кто затащит клатч? Амане Кавик. Контакт! Не смог спрятаться Электроник все-таки. Да, буквально секундочки ему не хватило для его маневра. Ну что же, вот он и первый килл, очень важный для Аманека, как раз в самый нужный момент. Ну да, обидный, конечно, раунд для Электроника. Он реально понимал, что такое можно вытащить. Но пока, опять же, Элик показывает замечательную игру, 11 киллов уже. Проверяет выход на центр от Теров. При этом Na'Vi на Зиге. И Simple дождался. Отличная работа. Na'Vi начинает в большинстве. Пошел выход. Ника был к этому готов. Смок мешает Na'Vi, но Бумыч на размене. Ника падает. Начинается раскидка гранат. Ну и все. Прямая дорога к установке бомбы. 3 в 4. G2 пытаются сделать выбивание. Хантер, по крайней мере, с КТ спауна уже подошел вблизь планта. Да, и вот, ой, отлично сыграл Хантер. Ну ладно, все-таки есть хороший шанс у G2. Давайте посмотрим за этим ретейком. Бумыч уже был раздамаженный. Симпл уходит за ящики. Сейчас полетит граната. Он уже достал смог. Прикрывает перфекта. Его тоже забирают. И Саня остается один за смачком. 1 в 3. Забирает одного. Забирает второго. 1 на 1. Слышит игрока за дымом. Это Хантер. И все-таки Хантер берет этот клатч 1 на 1. Что сейчас мог сделать Симпл? Невероятные мувы от одного из лучших игроков мира, от претендента номер один на топ-1 от КЛТВ за 21 год. Убивать несколько гранат. При этом Ника все это слышит, и он дает инфу, он дает понять своим тиммейтам, что это явно не Зиг. Классный коктейль молотова от Джекса, но при этом размен от Na'Vi под Б. Хантер играет возле платформы, играет с Аугом, видит пятак, бит падает, Ауг играет. Хантер прямо очень жестко последние два раунда отрабатывает против Na'Vi. И Na'Vi в меньшинстве. Бумыч и Simple. Бумыч вышел на мид, проверяет спину. Но опять же Ника, ах, делает этот минус. Пульки просто не хватило. Какой обидный момент для Бумыча. Но посмотрим, какой жесткий выстрел от Симпла. И вновь клатч, ситуация 1 в 3. Ну, теперь уже 1-2 против Некса Манека. Есть молотов, отброшен в Т-шку. Есть флешечка у Симпла и две флешки у Некса. Мы видим, сейчас он будет запускать Манек с Авиком. Да непонятно, вот как они сейчас разыграют. Через ворота идут, под флешечку. Симпл ловит первого, понимает, где находится второй. 1 на 1 против Некса. Ой, это Симпл! Это клатч, это квадрокилл в этом раунде. Делали правильно G2, там Ника вообще плечиком пытался проверить, получил сразу же из окна, потом Амане в прыжке, да, чтобы там снайпер по нему как-то не попал, но Симпл по нему попадает, ну и в конце быстрый ноускоп. Браво, Александр Костылев приближает команду Na'Vi к восьмерочки заветные на Дасте, но там больше. Ой-ой-ой, тут две спины. Смотри, Хантер зашел в спину, Ника зашел в спину. Как такое получилось? Я тоже смотрю, я не понимаю, как это происходит. Я думал, что в последний момент кто-то развернется из Na'Vi. Ну какой же жесткий. Защиту там немножечко подвигаться по карте, и уже где-то будут ставить бомбу. Некса в Зиге выходит, падает от перфекта. На апленте больше никого нет, только Хантер снизу на КТ-спауне. Проверяет мидл. Na'Vi Зигом, судя по всему, не пойдут из-за того, что они сделали там минус, ну и выйдут на центр. А центр как раз-таки охраняет Хантер. Хантер, Сака, перестреливает второго, спрей, бит, 1 на 1, но при этом слева на Б есть оппонент. Ну почему же бит пошел туда? Почему он уверен, что это игрок, который дефает А базу? Джекс делает застрелить Т-шку, убить окно, и потом ситуация 2 в 2. Но бит перед окном, судя по всему, рискнут сейчас действовать агрессивно. Выпад от бита, делает килл, Ника падает, дальше проверяет пятачок, но Некс он не ожидал. Перфект разворачивается, делает килл, но слишком много
игроков команды G2 было в этом раунде, поэтому клатч 2 в 4 у ребят не получился. Ну и ребята вчетвером уже вышли на раскидку, смотрим, может быть это, конечно, фейк. Но Джекс, да, поджал сейчас точку Б, Электроник сразу же падает, не ожидали Нави почему-то этого момента, хотя Джекс очень часто пушит во всех играх на Dust 2. Ника на гусе его, а двоих братьев не ждут, да, вот это комбина, старая, добрая, проверенная. Хантер делает 2 килла, однако ситуация 2 на 3, перфекта и симпл, оба игрока на пленте, бомбу подбирает Александр, ставится плент. Коктейль пока что не дает ему отойти, но коктейль недолго. Симпл может откинуть сейчас флеш и выйти, попробовать отстрелить длину. Там как раз-таки 2 человека. Симпл видит и одного, и второго, но как же четко попадает Некса. Симпл падает. Перфекта 1 против 3. У Джекса 10 хелспоинтов. Перфекта на пленте. Первый пошел, второй пошел. Амане остается 1 на 1. Бомба, 15 секунд. Амане распрыгивается, пушит лонг. Перфекта слышит. Топит и все-таки берет этот клатч. 7-6. Какой же важный раунд. Смог. Simple тем временем принял инфу от бита, что один на КТ спауне. Пробует его отстрелить с авиком. Чекает ближние позиции. Никого не видит. Амане вот это уже выстрел смог. Забирает бита. Джекс разваливает электроника. Simple последний. Это 7-7. Один из важнейших раундов игрокам на точке А. Хотя здесь один Амане. Полетел первый смок, Амане решил подпушить. У него не получается реализовать авик. Бит делает килл. При этом один из игроков Нави полетел вниз. Это Бумыч отлично разбирает Некса. Хантер в спине уже. Коктейль Молотова под ступеньками. Но что за стрельба? В этот момент у Хантера не летит. И Джекс вместе с Ника в ситуации 2 в 5. Пробует выбить, но это будет уже очень тяжело. Да, вот такой вот форсик. Это то, что нужно Нави прямо сейчас. По крайней мере, получится забрать 8-й раунд за атаку. Но этот счет нам ни о чем не говорит. Абсолютно равная борьба на первой карте в этом суперфинале. Электроник уже справа за стеночкой. Слева находится Бумыч. Ну а в этот момент уже сплит Б вырисовывается у команды G2. Но правда Нави ждут этот выход. Как раз двое игроков перед точкой Б. Электроник забирает Ника. И вновь пока все нормально в пистолетном раунде. И есть сразу же преимущество. Но если все сделать очень быстро, то действительно может получиться. Симпл уже в спине. Да, заходит. Взорвать видит, бомбу видит троих. Взорвали бомбу. Нет, точнее Симпл забирает Некса. Дэмэдж проходит. Остаются 3 флешки. Бомба устанавливается. Хантер занимает зиг. Нави пойдут втроем. Электроник пробует вычислить длину. У него это получилось. Джекс падает. Ну и теперь вместе можно выбить плента. Да, единственное то, что все-таки бомбу уже получили ребята из команды G2. Ой, спина изи для электроника. Да, действительно, есть информация, то, что в пленте оставался. Сам Элик видел еще в начале этого игрока. Да, квадрокилл. Ну, все-таки это, по идее, выход через зиг. Смотрим. Да, это сплит базы Б. Хантер играет через пятачок. Смог совсем скоро развеивается. В итоге он видит спину. Бит не смотрел. Это фейк. Это фейк. Ну и выход через зиг. Электроник отходит на рампу. Элик с аугом. Нужно опрокидывать флешку Элику. Под нее нужно играть. Вот она флеша. Немного попадает по оппонентам. Но Джек все-таки реализовал свой галил. Идет дальше стреляться с лонгом. Бумыч словил флешку. Пытается отойти. Но Некса его отстреливает. Симпл реализовал юмпик. Но не более 1 килла. С хедшотов, конечно, было очень трудно отыгрывать такую ситуацию ребятам, и вот 5-8, форс от рожденных побеждать. Бит поджал сейчас с АК-47-м. Зиг видит Ника. Отличное начало. Практически все игроки G2 стоят под Б. Там, правда, всего лишь один перфект. Так, Симпл пошел за пушкой. Сейчас проверяет еще раз Т-шку. Перестроился Бит, и он уже через секунду может оказаться на Б. По крайней мере, он уже за воротами. За спиной перфекта уже оказался Валера. Он там полкарты пробежал, и он будет помогать. Есть минус от... Это бита все-таки минус. Но вместе с перфектом поработали. Третий близко. Все шикарно. В спину идет Электроник. Перфекто! Что творит вместе с Симпл? Далее. Там, собственно, никого и нет. Один Некса занимается контролем коробки. Летит флеша. Бумыч отвернулся. Аук не раскрутил. Электроник при этом помочь ему не смог. Джекс наказывает Элика. Симпл остается пока что один на КТ спауне. Амане выходит, попадает в голову Симплу. Добирает его стеком. Там может выходить и в движении на ноге. Там еще с зажатой кнопкой ставить хедшоты и раздавать. Но... Опять начинается настрел через смоки, много дэмэджа проходит, перфекта попробует сейчас разобрать, но не стал действовать агрессивно из окна. Хорошо. Хотя перестрелял Некса и Амане, ситуация 3 в 3, Джекс красный, напомню, и Нави, наверное... Бежит. И он будет либо в спине, либо в Т-шечке, ой, живет по-прежнему Хантер, сейчас должны его взорвать, но и неплохо, неплохо работают Нави. Вдалеке Ника у нас играет, чекает ворота, перестреливает, нет, его Симпл все-таки делает килл, падает Джекс, и Нави могут раздавить бомбу, успеет
ли. Да, дефузы есть, все хорошо. И это все-таки один речи на Дасте. Посмотрите, какой быстрый раунд. Уже начинается сплит с первой секунды. Это сплит 2 плюс 2. Ну, давайте посмотрим. Залетает Ника, погибает. Тэшка остановлена своим же смоком. По-моему, на это тушили молик, но походу... Никто играть не будет, а вот, собственно, от игры Элика многое зависит. Увидел Зиг, дал инфу, Simple перекрывает, минус Джекс, минус МНС. Ой, слушай, ой, ну зачем АВП это добрать? АК-47, минус 3 на дальней дистанции. Браво, Simple, Хантер 1 в 5. И, опять же, если Хантер бомбу не поставит, денег совершенно не будет у G2 в следующем раунде. Да, только хотел поговорить о том, что все-таки пока это еще защита без авика, не на полные деньги для команды Na'Vi. Но... Это эйс. Это Зига, Simple, напомним, здесь с авиком. Коктейль Молотова на плен. А Элик даст? Нет, это ротация на мидл в итоге. Перфекта, его на гранате поймали. Хантер делает свой минус. Остается последний игрок на Б-базе. Это Бит, он с Аугом справился с Хантером. Падает, видит Ника. Бит, как же здорово! Две пули, патроны два. Две пули, ну, он выиграл огромное количество времени для Na'Vi. В итоге те берут. Да, нет, не нашел. Здесь просто без шансов. Бумыч впрыгивает в КТ. В спину никто не пошел поджимать. Ну, вроде бы готовились к этому выходу, но до конца, пока все проверяли, да, получили не самую лучшую ситуацию на ретейке. Но пока... Бит под него пробует проверить. Боится. Никого не увидел. Ну, понятное дело, справа от него два игрока. Бит. На него выход парный от ребят из G2. Никто больше не действует. Префекта забирает Некса. Simple пробует из-за ящика проверить А-базу. Видит Амане. Пошла инфа. Ситуация 2 в 2. Перфекта. С АК-47. Перфекта. Из-за того, что Simple попал, сделал минус в прыжке. 9 секунд до конца. Джекс занимает плен. Джекс. 1 в 2. Важнейший клатч для него. 5 секунд до конца. Он не успевает ставить бомбу. И Simple ставит точку в этом раунде. Какой получился тимплейный момент. Simple. Дополнительная флешка и дым. И вновь начало. И сплит Б уже разыгрывается командой G2. И вновь Бит. И вновь Перфекта должны защитить точку. Получилось. Бит минус 2. Ой-ой-ой. Аманек спину просто стека не убивает. И это, походу, ГГшечка, друзья. 5 в 2 для Na'Vi. И даст... Свой даст, они сегодня забирают. Некса остается один против пятерых. Выход на центре. Некса делает килл. Уходит назад на мясной. И это, друзья, ситуация 4 в 1. Капитан команды G2 играет на центре. Откидывает флешку. Пробует отстрелить перфекта, который бегает на грибах. Но шансов у Некса слишком мало. Ставят точку Na'Vi, побеждают на этом дасте. Очень интересную игру. Мы посмотрели, согласитесь. Вот до последнего момента мы толком не понимали, кто же здесь возьмет. Потому что если бы ту карта Мираж, выход на Б-плен, как же быстро разворачиваются события. Перфектный бит, снова отлично поработали. К сожалению, неудача в пистолетном раунде пока что у G2. Но, может быть, еще ребята сотворят какой-то дикий клатч. Ну, просто без шансов от Валеры именно в этой позиции. Ждал выхода от Ника, ждут и Джекса. Сейчас, с другой стороны, каким-то образом пробраться на плент. Если он это сделает, то он просто мега-красавчик. Джекс пробует пройти через Зик и в итоге падает. На карте в защите плюс фама с Бумыча не всегда может там против Калаша сыграть сверхкачественно. Ой-ой-ой, что творит? Он продолжает зажигать. Улыбочка на лице Симплухи. Прострел в смоук, минус Аманек. И есть энтри-килл. И уже хаешечка там под Хантера залетает от Валеры. 77% здоровья остается. Есть информация про агрессию в Зиге пока что у атаки. Но планируется заход в коннектор. На коврах будет выходить Ника. Это вот самый важный момент, потому что он реально может перевернуть вообще весь раунд. Там выйти, повесить 3 головы. И это, конечно... Одна из опаснейших позиций для этого парня, но Simple просто не оставляет шансов. Да, еще один минус от Александра Костырева. 2 килла в этом раунде, но 3 человека у G2 еще живы и целы. Simple видит спину, дал инфу, электроник открылся по Джексу. Трипл от Simple, и Ника так с ковров и нет. Бомб нет, это, конечно, печальная история. 2900 сейчас на руках у команды G2. Кстати, сейчас пошел в окно, и вот как раз-таки его Ника может и забрать. А он может, а вдвоем пойдет? А, Simple сейчас его отстрелит. Да нет, Simple не ждет. Жестко, я думал, он в эту позицию, как всегда, выйдет и сразу повесит. Я такое часто видел от Саши, но не сегодня. 4 в 4 и... По крайней мере, центр под контролем Na'Vi. Да, перестраиваются обороны. Посмотрите, пришел сейчас. Ну, 2-2. Не пришел Валера, вернулся 2-2 играют ребята из команды Na'Vi. 2 на Б, 2 на А. Ника сумел подловить электроника. И вот он, сейвленный калаш из прошлого раунда. Уже 2 килла от одного из ковачей. Амане при этом вышел на Б, хотя пытался. Перфекто перекрыл эту позицию. Ника в джангле с тиммейтом. Бит взял авик, играет в кухне.
проверяет выход под Б. 20 секунд до конца. Некса и компания должны действовать. Ника еще один минус. Бомба на руках у Ника. И выход все-таки на Бумыча. 15 секунд время до конца. Ника проверяет апленд. Знает, что где-то на тикете любит играть Бумыч. Бумыч выползает. Ловит одного, ловит второго. И Бумыч не дает взять этот раунд. Ника при этом оформил квадро. Время 35 секунд. И работает оно, наверное, уже на ребят из Нави. Да, коктейль за спину. Атака в итоге заходит на апленд. Электроник, будучи слепым, разобрал одного. Симпл пытается в смог кого-то найти, пока не видно. Симпл пропускает. Бомба не устанавливается. Отогнали игрока с пакетом. Он пытается поменять позицию. Бумыч, какой врыв! Но патронов не хватает. 15 секунд до конца. Джекс устанавливает бомбу за сигаретой. Нет, перфекта. Отличный спрей через смог. Не дает плентить. Остается Ника последним. И Нави берут этот раунд. Как же здесь здорово сыграл Бумыч. И вновь не дают Ника поиграть на пленте. Жестко все-таки вновь останавливают ребята из Нави. И вот они, граната на Б-пленте. Начинается сплит-выход. Смотрим, Бумыч может еще в лифтах там зажжет. Симпл неплохо подловил первого. Забрал второго вместе с перфекта. Проверяет дальше второй этаж. Выход от G2 продолжается на Б. Ника Симпл проштрафил. Падает на плент. Однако здесь перфекта. Классный хэд. Продолжает работу у лавочки. Амане находит бита. Вся команда Нави перетянулась на точку Б. Здесь находится бомба. 20 секунд до конца. Амане пробует вычислить Бумыча на Эдварде. Тот, кстати, умудрился забрать Хантера. Ну и снайпер G2 в соло против троих. Пробует все-таки выйти. Хотя... Ну, все, чтобы можно было купить оружие в следующем. Выход на точку. Смотрим, Валера тут пытается найти Хантера. Вот как раз бы за пульку. Да, очень нужный момент. Размена от Джекса. Дальше пытается дожать Валеру. Даже успел навестись. Как же круто играет сейчас G2 в этом эпизоде. Да, и Бумычу, ну, наверное... Просто брать вот необходимые очки. До конца это сплит будет база Б-плента, либо они так вот на, через коннекторы будут заходить, и Некса будет там люркерить под Б-плентом. Ну что же, минус коннектор, падает Ника, еще одна флешка. Эрик дал все-таки минус по Манеку, разменчик, сразу же выход от бита, и все, Некса остается один. Бомба возле коннектора, и вроде бы все неплохо, по крайней мере 4 в 1. Бомба в центре, есть инфа по сопернику, ну все просто должно быть для Нави, обязаны просто забирать 7-й раунд сейчас. Некса чекает коннектор, бомба рядом, перестреливает бита. Тот слышал перемещение Некса, пытался выйти неожиданно на своего соперника, но Некса был к этому готов. А вот Симпл четенько с АВП и Зига. Парнями Молотов пошел за апельсины, Элик дальше идет в агрессию под флешечки. Уже видит Ника слева, и да, флеш в ответ, он даже вслепую забирает в итоге Джекса и остается в агрессивной позиции. 48% здоровья Некса залетает на Б-плент, выключил Симпла параллельно. Тут Валера, нет, вернулся, он все-таки забрал Хантера, вот это да. Перфекта умирает на Б от Некса, и капитан команды G2 пока что отжимает позицию на точке Б. Ну, два игрока с бомбой в центре. Посмотрите, Некса третьего забирает. Бомба зайдет на... Да, и в итоге можно брать этот раунд Некса. Вот это жесть от капитана команды. G2. Бит остается один против троих. Выходит на точку Б, но бомба совершенно в другом направлении установлена. Некса пропускает бита. Идет к нему боком. Эйс! Но при этом G2 действует через Зиг. Ну слушай, в итоге на засаду от команды Нави они попали. Может быть, что-то получится. Электроник видит бомбу. Правда, спалился. Нет, его не видели игроки команды G2. Перфект остается один против двоих. При этом один игрок на Зиге, второй в кичене. Если Перфекта каким-то чудом Ника перестреляет, возьмет девайс. А он может перестрелять один на один. Бомба. Хантер. Хантер в кичене, но он Перфекта не знает, где Хантер. Да, Хантер не топал. Уже отсюда и не выйти. Тут только, не знаю... Настучать ему по каске, разве что с Юспики сейчас, но это будет невероятно против Калаша и Хантера. Да, погоди, все может быть! Да ладно, он попал в голову! Он это увидел! Он 19. Еще нанес дэмэджа! 19 хп у Хантера. Симпл в Зиге, перфекта с МПшкой, от Саши очень много зависит в этом эпизоде. Ну и поехали, начинается выход на Б. Симпл видел только что игрока снизу, в итоге перевелся, но сверху-то был тоже игрок G2. Джекс тем временем отстреливает Бумыча в коннекторе. Бит остается один против троих. Ну и удачный выход. Нюке, но если все будет жестко, то мы окажемся с вами на Эншенте. Это будет... Дорогие зрители.
Следующие 2.43 на G2, 1.52 на Na'Vi. По-прежнему рожденные побеждать фавориты в этом матче. Simple забирает Хантера. Электроник при этом поджал центр. Ловит несколько гранат. При этом ни одной флешки от атаки нет. Электроник сделал легкий минус. Но все-таки на размене Амане. Ситуация 3 в 4. Ника на степе. Протоги спрятались. Na'Vi. Вот же повезло. Ну, перфекта все-таки погибнет. Некса спалился. Играет в комнате, кидает коктейль Молотова. Думаю, что еще один игрок здесь может находиться. Ну да, никто не выскакивает, значит, все-таки никого нет. 19 секунд до конца раунда. Бомба на пленте, на выходе за коннектором. Вот он находится, проверяет. Да ладно, переводочка. Ой-ой-ой-ой-ой. Но бомбочка на Na'Vi, никто не дергается. Только хаешку ему накинули на Б-ковры плюс Молотов. Все, выползает на плент, видит всю бумочку. Все-таки пошел добивать после первой дамаги. Да ладно, и Simple отлетает. Амане хорошо вышел, Ника вырубает джангл. И все-таки тут большие шансы уже. Проверяет ближние позиции. Но Ника в коннекторе. Он прячется. Бита. Ника должен делать свой минус. Да, даже будучи красным, все-таки позиционка лучше. И счет становится 8-7. Команда Na'Vi не был к этому готов. Капитан команды Na'Vi. В итоге минус все гранаты от Бумыча. При этом через подвал вышел бит, сделал минус. Хантер падает, однако Ника на размене. Перфекто эту инфу принял, пытается проверить Ника. Включает тройнуки. Na'Vi вышли на аплент под смачок, поставили бомбу. У Simple очень хорошая позиция. Если он сейчас разберется здесь со всеми, то раунд можно забирать. Ловит Джекса, понимает, где находится Ника. Амане пришел на помощь. Перфекто пробует не отпустить Ника из окна. При этом в окошко зашел Амане. Simple его перестреливает, берет нож в руки, пытается отойти. Сколько патронов? Один, что ли? Электроник. Один против двоих. Понимание, где же конкретно находится Элик, у ребят нет. А вот теперь они точно знают. Смог на бомбу. Элик падает. Смог. Мешает. Мешает. Нос. Элик начинает настреливать, но все-таки не хватает. Времени слишком. 88 хп у него осталось. У бита 45. Бит пробует все-таки занять мидл. G2 проверяет и Зига. Бумыча не доглядели, но все-таки Амане вышел, сделал килл. Simple тоже упал, и бита забрали. И бомба. Элик вышел через ковры, но обида. Готов принимать окошко. Сейчас, знаешь, на самом деле ошибка от Аманека, и тут реально все можно перевернуть. Да вот ладно! Она. Как это произошло, непонятно, но Ника проверил игрока на пленте, это перфекта. Элик действует, и Ника ставит хэт. Ника спокойно, мощно, уверен. Очень интересно. Вот спросил бы кто-то в интервью вообще, что там было, да. Что случилось в середине миража, Андрюха? Simple с авиком попадает в ножки, добивает Ника. Снова пуш от команды G2. В этот момент бит отлично отыгрывает на центре, ловит Некса. Ситуация 2 в 4. И Джекс остается на центре. При этом Амане сумел забрать Элика, который вышел на апленд. Бомба в руках, хоть что. Или на голове, или в коннекторе кто-то есть. Амане при этом начинает аккуратно вычислять плент А. Видит коктейль Молотова, ловит перфекта, отходит назад. Как же долго бит переходит через Т-спаун. Бомбу они не поставили до сих пор. Да, действительно, все очень долго. 4 в 2 ситуация, ну и как-то все вообще не получается. Na'Vi уже 2 на 2, Simple красный. Середины раунда, у него 10% здоровья. Ну и уже тут подобраться бы как-то к точке. Идет Джекс потихонечку с КТ. Тут еще Na'Vi нужно ставить бомбу. Simple может сейчас поймать тайминг, но нет. Поймал тайминг здесь неудачный Джекс, как раз когда на нем именно был прицел Simple. Бомба есть, под коврами, смотрит Аманек. Но я говорил, что у него проблемы на дасте. На других картах этот парень в порядке и попадает круто с ВП. И при этом он меняет свою позицию, пошел на КТ-спаун. Бит при этом пока что этого не чувствует. Но я думаю, тайминги совсем скоро будут таковыми, что Бит все-таки должен смотреть на КТ-спаун. Но тут Авик, который промахнулся. Бит, отличная стрельба. Действительно, на ходу явно. Ну и давайте смотреть, что произойдет. Мидли, неужели так сейчас Бумыч, да? Оп-оп-оп, нет, все-таки... Проверял как-то подвал и нарвался на окошечко. Минус от Ника. Simple дает размен. Это уже ситуация 3 в 5. Но 4, под коврами 4. Есть у нас Некса. Коктейль Молотова сюда ему положили. Некса вышел, пал сразу же от перфекта. Ника. Оу, получает от бита. Хотя, в принципе, был в шаге от того, чтобы отстрелить бита, выходящего на него. Да, в Зиге тут смог, точно смог. Так. Ту в КТ. Слушай, ну все было в руках команды G2. Не хватало Na'Vi явно каких-то грандово
Пропрыгивают Нави, Амане ничего не видел, откидывает под себя смог Хантера. Здесь не проверят. В итоге смог, конечно, очень сильно Хантеру помог. Тимпл падает и просто... Поэтому, конечно, G2 полностью правы. Нави, судя по всему, будут заходить на апленд. Причем три коннекта. Вот такая тактика. Не самый, по-моему, точный смог. Ника забирает бита и бумача. Идет дальше, пушит головы. Однако перфекта ответил по нему. Ника падает. Джекс туда же. Некса на дефолте. Не ожидал Элика через ковры. И Амане последний. Как же круто все сделал Ника, но каким-то образом... Загнать. Нет, уходит, уходит. Флешками накормят, подожди, тут первая флешка пошла. Полетела. Ну, Симпл, кстати, пошел на КТ, тут все-таки Джекс. Нужно играть очень аккуратно. Вот здесь многое решается. Симпл падает. Джекс в итоге пристреливает электроника. И ситуация кардинальным образом поменялась. Перфекта и бит уже в меньшинстве Нави. Бомба плохая для бита. Перфекта это понял. Вышел, сделал минус. Но при этом бит из ямы. Бомба дефузится. Щипчики есть. Видно тень. Бит заходит, зажимает. И все-таки команда G2 берет этот невероятный раунд. Стоит дальше, но... Сейчас, по крайней мере, послушает КТ там и, может быть, подрежет хелпу. Бумыч выходит сейчас на точку, проверяет углы. Амане забирает перфекта. Хантер с эмкой. Бумыч отходит назад. Бит с АК-47 пока не подставляется. Он красный. Нет, пошел все-таки на Джекса. Он забирает Джекса. В этот момент Хантер просел. 3 в 3. Ситуация может поменяться. Хорошая хае. Симпл. Симпл делает 2 минуса. Нави в ситуации 2 в 1. Некса. Помним, эйс в первой половине как раз-таки взят плюс-минус на точке Б. Некса с эмкой. Чекает уголки, но никого не видят. И Симпл делает трипл килл. Продавили точку. Ну а сейчас, ну вот, классическая раскидка апленда. Хотят завершить этот мираж Нави. Ну что ж, смотрим. Размен перед ямой. Окей. Молик, Валера, не сгорит. 81 остается. Ну Ника стеклом как повесил, важно. Как старые добрые под коврами с диглом. Делает отличную работу. Остается пока в игре. Бит. Думает, как ему лучше выйти. Запускайте. Начинает накидка гранат. Ника стоит все там же. Нави. Нави действует все-таки в направлении А базы. Ника еще один минус. Амане приходит, разбирает бита. Все в руках Симпла. Один против троих. Взял глок и Ника. Сколько минусов сделал опорник. В моменте, но нет, мы видим, зумяемками решили доиграть ребята из команды G2. Нави там тоже девайсы особо не подобрали. Ой-ой-ой, Некса минус бит. 3 в 2 в большинстве Нави. Перфекта готовит гранаты. Что тут вообще есть смачок у Нексы на бомбу? Ну, возможно, попытается что-то еще сделать, какой-то диффуз, но да, тут очень четкий пик от Нави. Это 16-14, 2-0 в серии. Дальше нюк. Пока все хорошо для Нави в этом финале. Расстроен Бумыч. Так, надо идти сейчас с Кэпом обсуждать все моменты этого миража. Самое главное, что выиграли. Симпл, две флешечки, тег в руках электроника, 3 первых армора у ребят, и начинается выход на... Электроник распрыгивается, чекает над собой, падает моментально Хантер, и все, апленд отдан. Ожидали, да, выход на Б, ребята из команды G2. Мы видели двух игроков под Б, там даже третий хлопующий был. Ну и сейчас сложнейший ретейк в меньшинстве. Без китов нужно бежать на эту бомбу. Но есть флешка, хаешка и 4 юспика, конечно, 3 армора. Аманек без него. Ну и по идее тут падает Некса. Как он тут не падает? Знаете, все-таки выживает на те 17% здоровья. Минус электроник. Ой-ой-ой, нож Амане падает. Бумыч разваливает Джекса. Перфекта ставит хэт. Некса уехал и в итоге плюс. Это было. Ну, Джек, что, пойдет, не пойдет? Тут уже, в принципе, на радио и Бумыч стоит. А, все-таки бита. Ну, со всех сторон. И сейчас Бумыч обложили. Да, тайминг поймает неудачный. Он проверял будку, но просто тайминг. Ну, правда, тут и Элик вышел. Мог и одного, и второго развалить. В итоге Ника забирает калаш после всех этих перестрелок. У Нави минус 3 девайса, но это не важно. Очередной раунд вообще окажется в очень неприятной ситуации. Ну, опять же, легко сказать. Очень сложно сделать, но кто, как не Валера, либо Симпл сейчас это провернет. Нет, Джекс сейчас четко все отыгрывает и делает все на двери. Симпл, 16% здоровья, бомба у защиты. Все четенько вообще для G2-ника. Сумеет ли? Электроник по инфе откидывает флешку. 4 игрока ослепло. Перфекта снизу ящика. Ловит коктейль Молотова. Нужно действовать. Перфекта выходит. Хантер разваливает. Остается последний Бумыч. Один с гориллом против четверых. Летит флеша. Бомба, бомба. Бумыч топит, но дэмэджа не хватает. Хороший... И G2 берут еще один раунд. Да, крутой раунд. Хороший для G2. Уже третий к ряду. Зачем погиб? 57% здоровья. Обратно мутится в смог. Здесь уже Амане пытается ему помочь. Ну и посмотрим, что сможет сотворить. Ника кидает молик, отпрыгивает вниз, дает минус и его забирает. Правда, Амане забрал Бумыч. Да, Симпл забрал Ника. И ситуация 3 в 4 для Нави. Бомба на РСП остается. В нуле там играет у нас номер 7. Но при этом Симпл забирает второго игрока уже здесь
под Бэплен. По-любому этот ящик. Или ну, нет? В мейне нет, ничего нет. С другой стороны, тут выбивание будет от команды G2, оно может получиться. Много здесь от Джекса. Будку почему-то не чекают до конца. Ребята из Нави. Ну, Перфекта думал, что на пленте играет опорник. В итоге оббегал справа, и Джекс сыграл. Не готова защита, может быть, сейчас развернуться, но мы видим, что Бэплен поджимает здесь Перфекта. Чекает или нет? Чекает. Но Ника, тем не менее, делает этот минус. Бумыч уже подбирается к девятке в этот момент. Да ладно, и Валера отлетает. Ну, а может, слишком рано Бумыч? Ну ладно, и так. Бумыч открылся с девятки, сделал два килла, откидывает флешку в будку. Симпл рядом, коктейль Молотова, бомба у Бумыча. А, соответственно, через будку. Сгорел! Ника пошел просто в будку и сгорел! Но взорвал Бумыча, он дал хаешку, но бомба была установлена. И теперь что, Симпл? Дефуз пойдет действовать, откидывается флеша. Некса пробует хелпануть, но там до конца просто Амане действовал. И Некса еще и забирает Симпла. Слушай, ситуация инфа может быть, ну а если не прочекает, то может быть он тут еще и соберет и еще нескольких игроков. Ну пошел Хантер, тут уже проверка Бумыча. Да, и в итоге неточная проверка, не ожидал он Хантера настолько близко увидеть. Симпл закрывает двери, против него два игрока из короткого, один из игроков сверху. Валера, при этом бит обходит. Валера. Бит сейчас увидит две спины, делает один минус, а второй не пошел. Хантер забирает бита, падает Симпл, и в конце концов все на Перфекта. А бомба-то плохая для него. Мало, нет, много. Вновь пытаются поджать с Б вместе с ВП ребята из команды G2. Прикрывает здесь Аманека тиммейт, и походу, если сейчас все будет плохо, да, тут будут проблемы. Бумыч. А второго? Ну, ждет второго, но он, походу, да, проверяет. Ну, бомбой. Проверяет с бомбой, а тут тебе Молотов и все. Ну... А зато Молотов отогнал Перфекта назад, а там Джекс поджал будку. И, соответственно, ситуация 2 в 2, но Электроник не сумел переселять Хантера в пристройке. Перфекта принял эту инфу, выходит на Хантера. Ох. Слушай, ну Хантер прям какой-то тоже демон. Рампы он бросает. Очень аккуратно. G2, при этом очень занимают под девяткой и могут быстро атаковать лента. Ну как быстро, тут сразу же по голове получил Джекс, отмена быстро говорит, ну смотрим за продолжением, еще двое под девяткой с бомбой, двое там уже пытаются выйти на Симпл, их через улицу крутит, очень неплохо, сейчас увидит еще одного соперника, знает про будку, ух, жестко выпадает Ника при этом, но все равно в большинстве защита, бум, еще пытаются забить, мейн помогает, Перфекта. Перфекта просто в соло тут закрыл плент А, сделал еще два минуса, в целом три от него, бит и Электроник остаются против Ника, Ника в будке, бомба на пленте, бит сверху будет. На пленте или под девяткой, Сень? По-моему, на пленте. Точнее, под лестницей, аж она могла упасть. Это не Джекс? Может там быть, кстати. Не, по-моему, там, ну, не, там падали игроки, поэтому она все-таки на пленте. Все-таки на точке по-любому, да-да-да. Ника забирает Электроника, чекает девятку и забирает бита. Как же важно было. Или попытается, если что, ворваться Перфекта с маг 10, а здесь вообще проход под 9. Ага, Симпл как раз идет именно под девятку, ну давайте смотреть. Забирает Ника, кстати, Симпл уходит назад на рампу. Понимает Нави, судя по всему, что это сплит базы А, но дело в том, что вот девятку отстрелить будет трудно. Джекс перед будкой откидывает флешку. Нави врывается в десятку. Джекс падает. Некса остается здесь же. Некса с юмпиком умирает. Бомба выпала. У Нави хороший шанс на взятие этого раунда. Ситуация 2-4. Бумыч, беги! Нет! Бумыча тоже сжигает в той же будке. Но еще раз напомню. Бомба в десятке. 25 секунд до конца. Симпл на радио проверяет спину. Там никого. Хантер через двери. Амане через будку. Симпл туда-сюда проверяет. Бит рядом. Перфекта заходит в спину к Хантеру. Реализовал свой УЗИ. И бит ставит точку. Нави все-таки... По идее, ребята, либо вливаться в позиции. Валера... Тень, кстати, он увидел, но, по-моему, не обратил внимания. Валера видит три спины. Хороший спрей. Забирает двоих туда в салон. Лазит наверх Симпл, а там еще один. Ну, не знал, видимо. Минус от Хантера. Подожди, падает Перфекта. Бумыч очень важный момент ловит. Теперь Валерию нужно подниматься. Но тут и Бумыч сам справляется. Красный был Хантер. Да ведь бомбу. В первую очередь. Второй, может быть, получится какие-то пушки вытащить. Ну, а если там вообще попрет, то можно и раунд. Пошли к биту, при этом первого он пропускает. Неплохо разваливает. Бит! Делает квадро килл на рампе. И Хантер уезжает на улице. 10-10, отличный антик. Там что-то. Ну да, ну покажи, да, что ты будешь нам демонстрировать. Ну что ж, двое по улице, такой сплит аплен там. Двое улицы там с мейна, остальные с будки. И пока с переменным все успехом. В итоге Симпл не попал, да ладно, я уже думал, он этот минус сделал. И все, Нави в меньшинстве, ненадолго. Обратный переворот, и бит 1-2 сюда. Слишком сложный момент, но там агрессию. Бумыча проверяет или нет вообще? Или он мейн? А, Бубыч мейн, извините, вот все-таки новая. Симпл. А, вот у нас. Теперь уже ошибочка со смоком от команды G2. Ребята решили пройти вниз. Перфекта упадет, а Бумыч пошел в смок. Заметил двоих, предупредил Перфекта, но теперь Илья должен просто... Да ладно, прочекали. Нет. Прочекали, и Некса забирает Перфекта, но Симпл был на девятке, делал минус. Его ждет Джекс.
Джек спустился вниз, пошла инфа. 20 секунд до конца. Обратно, видит. Все, надо забирать Некса, и тогда раунд взят. Все, знаю, где Джекс, Саша уже сказал. Время. Нет, просто забрали калаш и останутся своими девайсами. Ну да, тут у Нави тоже. Не... Как бы круто не играли в рамках этого чемпионата. Видно, что против Нави пока что тяжело. В финале Нави сейчас могут закрыть оппонента с счетом 3-0. Совсем близки. Выход через двери. Бумыч падает. Размен неблагоприятный для ребят из рожденных побеждать. Немного кто-то кого-то не доглядел. Бомба вот устанавливается. Но при этом не взяли пока что девайсы игроки. Джекс реализовал свой... У Нави и кое-что повыбивали по деньгам. Но посмотрим, как бы все... Должен рассинхронизировать выход. Джекс выходит в этот огонь. Пробует упасть вниз. Джекс, вентиляция. Все-таки это выход на точку Б. Ника тем временем забирает электроника. Симпл справляется с Некса. Двери открыты. Симпл минус Амане. Бомба ставится. Бомба. Симпл пытается не дать. Но все-таки игрок установил, и ноускоп не залетает. Ситуация 2 в 3. Джекс занимает короткий. Против него здесь перфекта. Кто кого? Перфекта. Перфекта падает. Что происходит? Один бумыч против троих. И можно... бежать. Уходить на сейв. А тут закрыто. Да, тут закрыто. Ника справится с бумычем. 13-13. Экономи... Смог хотя бы накинет им на будку, например, на выход, чтобы им было посложнее там вылетать из этих... А, на дверь полетел этот смог. Ладно. И все, и выход на Б. Симпл всех слышит. Забирает одного из соперников. Бита при этом проверили на подсадке. Проверили, потому что никто не байтил, да, никого не было на хелпе, как это часто бывает. Бумыч в лонге, слышит, как аквариум разбили, пытается спрятаться, его Амане проверяет, хотя Бумыч сделал лишний стрейф, он не собирался прятаться. Симпл в коротком, бомба устанавливается, не на него. Симпл пробует отстрелить, ай, залетает по аквариуму. Перфекта с калашом, правый сервис. Перфекта калаш, ловит Амане. Остаются Нави здесь. Минус бомба, и все! Нави берут этот раунд! Что это происходит, G2? Что? А почему он эту бомбу сразу... Полетели гранатки на улице. Электроник должен дать инфу, что пропустил пристройку. Амане заходит уже на апленд. Бумыч играет возле вентиляции. Бомба здесь выпала. Падает Амане. Минус Хантер. Остается Джекс и Ника. Ситуация 2 в 4. Джекс на пленте. Пытается убить вентиль. Не получается. Бит уже сверху. И Ника один против четверых. 15-13. Нави. В одном шаге от победы могут быть, если Ника сейчас не развалит четверых. Первый пошел, минус электроник. Ника за красным. Ну, да, вот за атаку, кстати, у него даже получше тут пошло, но вот в защите где-то этого парня не хватает. Которая на данный момент играет лучше остальных во всем мире. Бумыч вообще моментально слился, тут уже он понимает, Эли красный, куда же тут Джекс? Все, отлетел, вентиль слышал перфекта легко. Очень легчайший вообще раунд. Победа вот оно, Нави. Вот оно, вот оно. Нави чемпионы, АЕМ Кёльн. Нави сравнялись с легендарными СК Гейминг. Ведь именно они брали дважды этот чемпионат. И вот теперь рожденные побеждают.